Да, ткань хорошая. Очень хорошо это. Сейчас лучше видно, да, чем у нас. Угу. Она затаилась, когда мы делали. Угу. Не дышала. Гортань очень хорошая. Сейчас я пойду внутрь. Это она сглотнула. Вот один как раз подошел. Угу. Очень хорошо. Сейчас подожгу ее. Не надо этого делать. Засранка. Подожди, дай проникнуть. Еще немножко сюда. Чуть повыше. Чуть сюда. Подожди, сейчас она откроется. Следующую дырку. На-на-на-на-на. Ну чё ты, зачем ты глотаешь? Ты же до крови доглотаешься, будешь кровиться потом. Ты меня а, уже докровится. Угу. Вон, видишь, там царапка. Угу. Вон, видишь, царапка какая. Опа. Опа, опа. Ага. Ну, видишь, слизь какая? Вот то, что вверху, это низ. Вот сопли желтые. Вот это нужно все, конечно, лечить. Вот смотри, вот искривление, видишь? Вход должен быть ровно круглый. Вот это вот какая-то опухоль. Растет в просвет трахеи. Все, там дальше два бронха. Это бифуркация трахеи. Совершенно непонятная. Над бифуркацией трахеи идет вот этот бронх нормальный, а вот этот вот вход в бронх суженный. Какая-то вот опухоль. Видишь? Это не слизь, это опухоль. Я вообще не понимаю, что это такое, что это за опухоль. И, видишь, вот это в просвет трахеи. Закрывает ей один бронх. Это с хорошей, кстати, картинкой. Мы когда делали, у нас было хуже количество. А они для тебя не делали?